Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Соответственно, я Демастер, также знающие мои подписчики. И сегодня мы поиграем в одну достаточно интересную карту. И знаете, почему я ее выбрал? Потому что эта карта сделана по моей идее Puzzle War. Знаете, в 2016 году, когда распался первый Кристалликс, Царство Небесное, говорится, вот. И мы сделали сервак Red Box. Кто этого не помнит, можете посмотреть ролик у меня на канале. И на Редбоксе я самолично придумал вот этот режим Puzzle Wars. Но так как Редбокс закрылся, Puzzle Wars тоже исчез в небытие. Этот режим, его не было нигде на лицензионных серверах. Это был первый такой режим такого рода. Я его придумал сам, у меня было много на него планов идей. В общем-то вот, и чуваки решили сделать его в виде карты. С одной стороны, приятно, что чуваки реализовали мою идею, которая давно была заброшена. Возможно, она им понравилась, вот. Но меня интересует здесь несколько вещей. Первое, почему это Azerus Team? Типа, это как-то связано с DMS-ом или чё? Я не могу. Вот. И второе, почему, типа, чуваки, ну, хотя бы вот где-нибудь оставили какую-нибудь пасхалочку в виде красной коробки, я не знаю, там, или что-то такое. Потому что и дизайн карт, на самом деле, которые я вон там вижу, острова, да, и сама идея, это все проработано больше мной. То есть, как бы, это, ну, типа, окей, карты они сами построили, здесь они все сами сделали, в командных блоках они все сами написали, но по факту, да, если говорить откровенно, дорогие друзья, да, то есть, эта идея чисто моя, я ее придумал. Puzzle Wars — это моя идея. Я даже помню, как мы придумали, как у нас эта идея вообще в голову пришла и так далее, как мы разработали этот мини-режим, как мы его разрабатывали, как Digital Man сам его лично писал. Вот, так что, чуваки, создатели карты, вы как бы это. То есть, понимаете, почему я уверен на 100%, что, скорее всего, они эту идею взяли именно у меня, потому что они даже назвали ее Puzzle Wars. Типа, ну не может быть, что даже название один в один совпало, ну и дизайн островов один в один совпал. Слишком тяжело, слишком много совпадений. Вот вы реально, если вы мне не верите, вы можете зайти на мой канал, ну, вы сейчас на моем канале, да, в принципе, написать Puzzle Wars и найти ролики 16-го года, а этой карте, я так понимаю, где-то полтора года, то есть сейчас 19-й год, то она где-то 17-18 года, как раз после того, как Redbox закрылся, ее сделали. Хотя первые темки на нее я вижу там 5 месяцев назад, но я вижу там чуваки, которые писали про полтора года, поэтому, возможно, где-то она появилась еще раньше, но не раньше, моя идея явно. Ладно, давайте в нее сыграем, посмотрим, что чуваки сделали, да, просто хотел бы такое предисловие сказать, то, что если вы берете чужую идею, то как бы хотя бы ссылочку оставьте на нее там, или какую-нибудь пасхалку, которая к ней как-то твой. Короче, здесь есть еще шоп, магазин, который, типа, можно покупать себе острова, там какие-то улучшения, жизни, шанс health recovery, какие-то там штуки всякие разные, вот. Тут можно что-то покупать, но как-то работает немного странно. Но мы, если что, ребятки, с вами это, что-нибудь купим обязательно сегодня. Попробуем. Вот я позвал чуваков из TeamSpeak поиграть со мной. Вот, поэтому, чуваки, давайте погнали. Сейчас нажмем кнопочку play, вот она здесь есть, play. Нажму я, пожалуй. Play. Посмотрим, как оно работает здесь. Play first game. Вот, видите, нам запомнить сейчас, как выглядит картинка. И все, и теперь ее собрать. Достаточно немного времени далось на то, чтобы запомнить, как она выглядит. Вот, у меня, кстати, было в планах тогда еще сделать так, что PvP Puzzle Wars, типа, собираешь картинку, и в зависимости от того, на сколько процентов ты собрал картинку, тебе дается лут, и ты потом с этим лутом PvP-шишься, и так все меньше и меньше и меньше врагов остается. Как видите, я, видимо, скилл свой не растерял, достаточно быстро собрал эту работу и получил 50 коинов. Так, сколько же... Я собрал все 16 картинок. Я на первом месте по количеству собранных. Но я говорю... О, тут такой лев-тигра такая. Оп-оп, так. Так, хорошо. 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 В принципе, неплохо получается собирать, я вам скажу. Так, так... Так, так. А еще, кстати, на левую кнопку мыши у нас можно было крутить в другую сторону. Здесь так не сделано. То есть, как бы, она, видите, есть еще некоторые недоработочки. Даже в 16 году у меня было это все проработано намного лучше, я бы так сказал. Но, надеюсь, что чуваки свою карту, конечно, доработали. На левую кнопку мыши у нас было возможность крутить обратно в обратную сторону. Ее названивают, но я пока трубку брать не буду. Хотя, на самом деле, звонок достаточно важный. Ну, пожалуй, сначала ролик запишу. Так, 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 так. Почему-то не собирается у меня здесь правильно все, это очень плохо. Эту картинку, наверное, первая, которую я не дособеру до самого конца за отведенное время, потому что у меня этот звонок немного сбил мой настрой победный, так сказать. Знаете, когда тебе позвонили, ты такой хоп-хоп, и все, у тебя уже не победный настрой. Так, так, так. Эх, у меня только 14 и 16, к сожалению, собрано, но ничего страшного. Жизни мне остается... О, две жизни меня затесняли, нифига себе. А, я понял, вот зачем нужна прокачка всех этих жизней и так далее, потому что за счет этого у тебя, короче, больше есть шансов на ошибки. Типа, если ты ошибаешься, ну тут картинки посложнее, на самом деле, пошли. Это интересно, это прикольно, мне это нравится. Чуваки молодцы, которые сделали, на самом деле, потому что, ну, я... Это был мой один из моих таких, ну, то не то, чтобы любимых, а что еще не собрал? Лол, где-то у меня какой-то фрейм не собранный. А где он? А, видимо, вот это не довернул самый нижний, лол.
Просто он был так это, странно очень смотрелся. Так, горы, горы. Ну окей, сейчас мы быстренько соберем. Вот так вот сверху начнем. Оп-о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 п. Хорошо, чуваки там лучше меня справляются. Я думаю, даже могу не выиграть сегодня здесь. Так, 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 потому что мне тут да хватит мне звонить. Во, все, вот это я быстро собрал, на самом деле. Быстро, быстро эту картинку. Ну, прошлая была реально сложная картинка. Но не, хотя нет, я по жизни смотрю, у меня не так все плохо. По жизни мне не так все плохо. Вот, я смотрю, там у пингвина 10 жизней еще, у Донха 9, у Никиты 1000. Кто-то уже проиграл. Тут, видимо, не смог собрать эти картинки. Это, кстати, тоже достаточно сложная картинка. Будет сложно ее собрать, наверное. Но посмотрим, как пойдет. Так, 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 давай картиночка, собирайся. Нет, все было правильно, почему я тебя повернул не туда? Так, поворот не туда, так, 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 сюда, 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 сюда. Все, отлично, 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 собрал, успел, 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 собрал, успел, собрал. Ну, кто-то не успел, видно, там минус одна жизнь уже, хорошо. Так, оленя нужно собрать, оленя, хорошо, давайте начнем вот так вот с оленю, шею тут приделаем, все это приделаем. Ну, такие вот картинки, на самом деле, простые, когда у них такая вот, видите, здесь, в этих картинках в Puzzle Wars все еще зависит от гаммы. Мне кажется, можно было сделать чувакам, которые эту карту сделали, определенный набор картинок, не сделать их прям рандомными, типа просто, чтобы были сложные и простые. Поначалу попытались более простые, а с количеством раунд тут валились более сложные, такие цветастые картинки. Ну, просто это была супер простая картинка. Здесь вообще не знаю, как зафейлиться можно было. Вот. О, здесь она такая синеватая. Это будет сложно. Хотя, не знаю, мне сейчас главное найти правильно, как собирается. Боже, я не могу начать ее. Я не могу. Ой-ой-ой, сейчас будет жесткий фейл, походу, у меня. Потому что я не могу найти, как она здесь собирается. Реально, я еще даже ничего не собрал. У меня сейчас будет минус 1000 баллов просто, чуваки. Минус 1000 баллов, походу, будет. Ой-ой-ой, 9 и 16 всего собрал, сейчас кучу жизни просру. Ой-ой-ой-ой, Никита, ты 16 смог ее собрать, лол. Лол, как он ее смог собрать? Ну, это была очень жесткая гамма, конечно. Я поначалу просто не мог найти правильный цвет. Я говорю, вот такие вот картинки достаточно сложные. Видите, как все от гаммы зависит. То есть, как бы, если вот такая вот картинка будет, то там, если ты поначалу не соберешь что-нибудь, то зафейлишься. Кстати, они сделали так, что здесь просто времени меньше, походу, дается с каждым раундом. На сбор. Ну, и, или так же, не знаю. Но я вроде собираю уже 9 раунд и получаю коины. 16-16, все, в принципе, спокойно. Никита 16 теряет тоже жизни, видимо. Здесь... Ой-ой-ой-ой-ой, чувствую, это фейл, дорогие друзья. Чувствую, это будет фейл. Не думаю, что у меня прям получится так хорошо выкрутиться в этот раз. Так, 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 куда бы сделать-то, ё-моё, даже не знаю. Так, 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 хорошо, это правильно. Это правильно, это правильно. 13 и 16, в принципе, неплохо. Как Никита 2016 это собирает, я понять не могу. У меня две жизни, но Никита 2016 здесь выиграет, знаете, это прикольно, на самом деле. Так, я на самом деле даже не смотрел, какой там был самолет, но собрать его, в принципе, думаю, у меня получится. Но я говорю, вот с такими кислотными картинками очень тяжело работать. Честно вам скажу, ребят, не знаю, может кто-то скажет, что для него легко, но, чуваки, возможно, у вас просто такое зрение. Мое зрение мне не позволяет. Ой, я сейчас проиграю, я сейчас уже проиграю. Нет, не дособирал три части, у меня как раз две жизни. Бам, Никита 2017 выиграл, получил на 220 коинов больше. На самом деле у нас была ничья, прикиньте, я даже этого не заметил. Вон, видите, написано, мы проиграли оба, поэтому получили плюс 220 коинов. Ну, всего коинов 270, почему-то, видимо, за один раунд давали по 10 коинов, и не знаю, там 10 раундов завершили. Я думал, за каждый раунд плюс 50 коинов дают. Ладно, шоп. Откроем жизнь, давайте посмотрим, что купить. 50 коинов, 16-я жизнь. 100 коинов, нет, что-то дорого. Так, я какую-то ачивку получил. Так, 5% шанса, you don't have you not. Это что, что у нас? Every time with you lose your life, you have a chance to restore it. А, life per lose. Окей, 55% шанс. 15% шанс сделаем. Хорошо, дальше что здесь есть? In-game, что-то там, круто, что это такое? Will game started, you will have item in your hotbar after use this bot. Ага, блин, надо было эту штуку прокачать. Ну ладно, давайте сыграем еще разочек. Надо было прокачать подгаживалку другим игрокам, кстати, да, вот я не прокачал, блин, плохо. Можно купить себе какой-нибудь остров. Почему там острова-то стоят, кстати? Руф, я не знаю, почему они стоят, потому что почему-то они все просто локи, возможно, их нельзя покупать.
Фреймс, это уже, да, это, в принципе, такие уже стандартные штуки, как у нас продавались на Redbox'е. Острова, рамки, вот это все. Типа, вот реально, я не знаю, либо у него не может быть, что чувакам вот один в один в голову пришло прямо все точно так же. И острова, и рамки продавать именно. Ну, то есть, у нас было в продаже это все сделано за коины, у них точно так же. У нас единственное, что не было вот этого штуки продумано с жизнями, с рекавери жизнями и подгаживанием чужим чуваком. Подгаживанием. Так, ну что ж, чуваки пишут гоу, погнали сыграем еще одну каточку, в принципе, достаточно напряженная на самом деле игра была, но тут, как видите, затащить дверь чуваков будет по 17 жизней, у меня вон 16 всего, поэтому мне будет сложнее, но я прокачался в другую штуку. Так, 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 блин, сложная картинка на самом деле, сразу же начинаются с этого, с сложных картинок. Так, 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 вот здесь снизу я еще не сделал. Так, 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 так. Так, и вот так вот, да? А где я еще не сделал? Где еще не повернул? О, где, 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 где? Я же фул картинку сделал правильно. Я понял. Я еще и сломал одну, мне было 15, а 14. Я еще две жизни потерял. Ё-моё. Я вот зря повернул под конец картинку, а тупо себе сам заруинил, чуваки. Сам себе заруинил, понимаете? Сам себе заруинил. Ну, тупо руинер, чуваки, тупо руинер. Так, 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 это вот так вот, это вот так вот, это так вот, хорошо. Иногда бывает просто непонятно, как нужно соединить картинки, вот бывает очень супер непонятно. Так, 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 о, все, это я закончил. Это была не такая сложная штука, да, вот сейчас чуваки уже подноровились, я не знаю, наверное, есть шанс у них. Так, тут какой-то лук, небо, вот это сложно. Начнем, наверное, с этого, вот с этой штуки, это будет самое простое, от нее уже будет все остальное идти. Так, 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 тогда здесь главное, знаете, с правильного фрейма начать, тогда есть шанс все собрать успеть. Вот я сейчас не долго думал, с какого фрейма начать, из этого, как видите, ну, есть небольшой руин, так сказать. Эх, блин, 14-16 только собрал, опять минус 2 жизни, да что ж такое, прям кучу жизни теряю, мне это не нравится. Так, тогда так, что у нас тут следующее, книжки собирать, так, 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 хорошо, кофеек, ну это вроде простая штука достаточно. Так, да-да-да, это очень простая игра. Так, сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Хорошо, хорошо. Все, я собрал. Ну, это было просто, это было реально просто. Не знаю, некоторые вот цвета, они как будто бы прямо, ну, прям хороши такие, знаете, хороши там. Прям, ну, хорошо держится, 17 жизней, все остальные потеряли. Но я говорю, видимо, уже подноровился немного к игре. Так, тут корабль собирать, корабль, в принципе, вроде как несложно звучит. Вот, блин, я все пытаюсь, знаете, вот у меня привычка осталась со старого Redbox'а, да, то, что можно вертеть на левую кнопку мыши. Я стараюсь, я иногда пытаюсь на левую кнопку мыши нажимаю, пытаюсь провертить обратно картинку, когда уже на один провернул. И знаете что, не получается, потому что нельзя вертеть в обратную сторону. Что ж ты будешь делать-то, ё-моёшеньки, ну ладно. Так, 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 опа, ё-мо, это будет, кажется, сложно. Ёшкин, макарёшкин, как это собирать? Так, хорошо, хорошо, вроде бы как пошла картиночка. Пошла жара, так сказать, пошла жара, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, время есть, и я ее почти собрал, собрал, все. Хорош, 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 что другие чуваки там вроде дособирают еще. Ну, нормально, это было легче, это реально была суперлегкая картинка. Так, смотрим дальше. Ну, я не знаю, зачем Health Recovery прокачал. Мне кажется, это работает только если оно фул будет прокачано. Лучше бы все жизни экстра прокачал. Дополнительные. Так, 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 так. Хорошо, 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 хорошо идет. Так, 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 так. Хорошо. Блин, я опять вот провернул. Я опять провернул. Ой-ой-ой, вот сейчас много ошибок допустил. И могу не успеть собрать ее. Не, успел. Фух. Несколько раз некоторые элементы проворачивал несколько раз подряд. О, он все-таки одну жизнь потерял. Видимо, все-таки я не такой уж он и крепкий орешек. Нет, ну что ж ты будешь делать? Зачем такие розы ставить? Это же Unreal просто, Unreal по сборке. Я не знаю, у меня такое не получается собирать. Хотя, знаете, как-то приноровился. Вроде бы уже даже большую часть собрал. Осталось всего два фрейма собрать. Не, знаете, собрал, собрал, реально собрал. Ло, вот это вот круто, а? Остальные чуваки, что тут, я вижу, пингвин собирает. Ой, пингвин много не собрал, сейчас кучу жизни потеряет. Три жизни потерял пингвин. Я думал, там у него, кстати, у него там было 5 или 6 элементов не собрано. О, сюда переезжай, ребят, кстати. Ну, а здесь, кстати, видно башню, в которую я переезжаю или нет? Вот буквально вот сегодня у меня выходит этот ролик, и сегодня я иду хату там снимать, представляете, вот в Москву Сити. Совпадение? Не думаю, как бы, да, совпадение? Не думаю. Я должен Москву Сити собрать, как бы, да, правильно, а то, как бы...
Так я же собрал! А почему у меня не засчиталось? Лол, минус одна. Я типа собрал ее правильно, а потом под конец провернул. Я думал, типа должно... А, ну у меня все, минус одна жизнь, да, сделали мне. А что здесь собирать нужно? Я что-то заговорился и не посмотрел, что нужно собирать. Ой-ой-ой-ой-ой, я даже не знаю, что нужно собирать здесь. Так, ну кажется, потихонечку въезжаю в тему, хотя фиг его знает. Я не знаю, что собирать нужно, чуваки, это жесть, это нереально, я не знаю, что нужно собирать. О, я сейчас все жизни просру. 10 из 16, минус 6 жизней. Ну просто я не посмотрел, что нужно собирать. Просрал все жизни. Донг, что такое? Мне кажется, он зафакашил тупо. А, опять этот камин. Опять этот камин. Ну камин этот очень простой, это изи. Его не соберет только нуб, мне кажется. Так, так, так. Ну я сейчас вот с деревом вот с этим, вот я реально зафейлился очень жестко. Под конец, потому что это... Ну я говорю, я там зафакашил немножечко и все. И... Просто не посмотрел, не посмотрел. Так, все, вот это 16 и 16, это изи. Так, дальше что у нас здесь будет? Я вообще картину не вижу, а вот все появилось. Так, 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 начнем вот с этой штуки. И от нее уже будем все остальное делать. Так, 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 хорошо, 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 хорошо. Блин, провернул, провернул, опять провернул. Вот это вот правую провернул, левую провернул. Донг и пингвин для меня, и мы с Никитой остались один на один. Last fight, я не знаю, может быть не last fight еще, может быть там сейчас будут... О, нет, это last fight, чуваки, сейчас опять у нас будет ничья, по-моему. Потому что опять что-то суперсложное появилось здесь. Ну как это собирать? Что это вообще за картина Моисеева, ё-моё? Двенадцать и шестнадцать, ровно 4 жизни просрал. Никита 2 осталось, Никита победил. Да, я ровно в 4 жизни не уложился. Понимаете, там провернул опять картиночку одну и все. Ну, Никита 2016 хорошо собирает эти картинки, да. Вот, в принципе, неплохо получилось. Можно еще айтемы какие-то купить. Давайте так, наберем под этим роликом 10 тысяч лайков. Я обязательно запишу продолжение. Вот, ну а ролики по этому режиму вы можете найти по тегу Puzzle Wars. Чуваки, конечно, молодцы, сделали карту. Но могли бы, конечно, отсылочку на Redbox кому-нибудь оставить. Либо на меня. Вот, мне было бы лично приятно, как автору идеи. Но, с другой стороны, я рад, что они вообще его сделали. То есть, возродили мою идею. Вот, то есть, как бы это здорово. В общем-то, ладно, карты на реалмс даже добавили, представляете? Вот, ну что ж, дорогие друзья, это, в принципе, все. С вами был я, Демастер, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем удачи и всем пока-пока.